Это Киев, столица Украины, с более чем 3-миллионным населением. Город за 1200 лет своего существования прошел через десятки войн. В 2022 году произошла последняя битва за Киев, длившаяся около месяца. Но точно ли она была последней? Не попробует ли Россия вновь захватить город? И если да, то сможет ли она это сделать, учитывая все, что прошла Украина за последние 2 года? Поехали! В украинской разведке всерьез обеспокоены тем, что Россия может прорвать украинскую оборону до лета 2024 года. После захвата Авдеевки ВСРФ произвели прорыв до Очеретиного, затем была прорвана граница в Харьковской области. Россия расширяет линию фронта и растягивает украинские войска вдоль нее. Всерьез ли задумали в российском генштабе возобновить линию боевых столкновений по состоянию на март 2022 года, вернувшись в Киевскую область? На конец мая 2024 года концентрации российских сил и создания ударных группировок для нового похода на Киев нет. Хотя украинское военно-политическое руководство узнало о готовящемся наступлении на Харьков лишь за месяц до его начала. Когда же было принято решение о начале наступления, неизвестно. Также и не сразу может быть заметно формирование первых группировок для наступления, так как войска могут накапливать крайне медленно и постепенно, пока не достигнут в определенный момент критической отметки, которая будет видна для разведки. В своем телеграм-канале я всегда публикую заявления о наращивании российских сил в приграничных с Украиной областях. В Политстор я публиковал информацию о готовящемся наступлении на Харьков еще до его начала. Поэтому для большей осведомленности вы можете подписаться на мой канал по ссылке в описании или в закрепленном комментарии. Ну а мы продолжаем. Тем не менее, снова достичь оперативной внезапности, как в феврале 2022 года, когда российско-десантные штурмовые колонны за несколько дней дошли до пригородов Киева, армии России уже не удастся. 24 февраля 2022 года наступление российских батальонно-тактических групп с севера на Киев было одним из приоритетов вторжения. Колонны двигались сразу с нескольких направлений – Глухов-Конотоп-Нежин, Сумы-Прилуки, но основными российскими силами была группировка, которая зашла из Беларуси через Чернобыльскую зону, а также группа, которая наступала с другой стороны Днепра – от Чернигова к Броварам, пригороду Киева. Численность обеих основных групп оценивают примерно в 40 БТГ или 25-35 тысяч бойцов. Новое наступление. В январе теперь уже бывший командующий оперативно-стратегической группировкой ВСУ «Север» Сергей Евнаев говорил, что на участке его ответственности, а это в частности и Киевская область, накопление сил врага не замечается. При этом, по его информации, около севера Украины россияне держат группировку в размере около 20 тысяч военных. Еще до 2000 бойцов около украинской границы сосредоточила Беларусь. Признаки подготовки. Есть набор вполне четких сигналов, которые будут свидетельствовать о подготовке нового наступления на Киев с территории Беларуси или ближайшей к украинской столице областей России. Эти индикаторы были и в феврале 2022 года, но тогда их частично расценивали как элементы политического давления Москвы. Когда начнется процесс развертывания россиян, то украинская разведка мобильно получит эту информацию. У военных есть признаки оперативного развертывания войск. Транспортные коммуникации начинают работать в определенном режиме. Также есть признаки на местности и подготовка госпиталей и других элементов. Такое развертывание можно будет увидеть по меньшей мере за месяц до реальных действий, а возможно и раньше. Движение больших соединений в условиях спутниковой разведки спрятать невозможно. Друзья, в своем телеграм-канале я каждый день публикую карты с изменениями линии фронта. Я беру инфу только с самых достоверных источников и пощу только самый актуальный контент. В
канале у меня нет никакой лишней воды, только военная тематика. Кому интересно, подписывайтесь. И я хотел бы вас попросить помочь мне достичь 12 тысяч подписчиков в моем телеграм-канале, так как аудитория из телеграма меня заставляет делать новые видео. Канал закрытый, и вступить в него можно только по ссылке в описании или в закрепленном комментарии. Всех жду. Спасибо. Вместе с тем, российское командование может прибегнуть к имитации наступления на Киев, чтобы оттянуть украинские силы с других направлений. Поэтому ВСУ должны быть готовы к любым сценариям. В Авдеевке, например, россияне вообще пролезли через трубу коллектора на юге города, вклинившись в тыл украинской обороны вглубь на 2 километра. В условиях городских боев данное расстояние возымело колоссальное значение и ускорило окружение укреппозиции «Зенит» на юге от Авдеевки и в целом завершение Авдеевской операции. Однако реальное наступление на Киев точно будет отличаться от действий диверсионно-разведывательных групп, которые и так постоянно происходят на севере Украины, но не всегда попадают в информационные сводки. Это может быть только общевойсковая операция при участии десятков тысяч российских военных. Поэтому одним из главных индикаторов нового наступления на Киев может быть только новая волна мобилизации в РФ. Проблема в том, какие задачи будет ставить российское военное политическое руководство. Если у них стоит задача сохранить под контролем те территории, которые у них сейчас есть, и создавать только давление на украинские позиции, то им хватит и текущей численности их группировки. Киев должен быть готов. Для повторного наступления на Киев россиянам нужно будет сосредоточить десятки тысяч бойцов и тысячи единиц техники. А с учетом фортификаций и других элементов подготовки украинской армии на севере, это означает необходимость в намного большей группировке под пару сотен тысяч военнослужащих. В целом, лучше всего ответить на вопрос, сможет ли Россия захватить Киев, может только полное погружение в битву за Киев 2022 года. Давайте вспомним, как она происходила. Утром 24 февраля в Киевскую область территории Беларуси вошли российские вооруженные силы, которые вступили в бой с вооруженными силами Украины. В области базируется военное командование и политическое правительство Украины. В конце марта, не достигнув целей по захвату Киева, российская армия отступила с территории Киевской области, заявив о плановом выведении войск. Давайте вспомним, как это было, хронологию боевых действий в масштабной битве за столицу Украины. Утром 24 февраля российская артиллерия и ракеты поразили основные цели в Киевской области, включая главный аэропорт Киева, международный аэропорт Борисполь. Тем же утром российские войска успешно пересекли границу с Украиной из Беларуси на север страны. В битве за Чернобыль они заняли Чернобыльскую атомную электростанцию, расположенную недалеко от границы. В тот же день ранним утром десантники высадились в аэропорту Гостомель, затем сразу же начали битву за аэропорт Антонов. По словам некоторых украинских официальных лиц, позже российские десантники были отбиты украинскими войсками. Российские войска также пытались высадиться в районе Киевского водохранилища. ВСРФ занимают поселок Репки, местный аэродром, а также наступают с северо-востока от бассейна Днепра, захватывая аэродром Линея. К западу от Днепра русские занимают Красятичи, Термаховку и начинают бои за Обуховичи. По словам британских официальных лиц, 24 февраля российские войска попытались занять город Чернигов. После того, как украинские силы сдержали их, российские войска полуокружили город. Ночью 24 февраля президент Украины Владимир Зеленский сказал, что к Киеву приближаются диверсионные группы. Той ночью министр обороны США Ллойд Остин заявил в беседе с конгрессменами, что некоторые российские мотострелковые подразделения продвинулись на расстояние 32 километров от Киева. 25 февраля. Утром 25 февраля военно-воздушные силы России продолжили бомбардировку столицы, при этом бомбя центр города. Чуть позже над Киевом был сбит украинский истребитель Су-27.
Самолет врезался в 9-этажный жилой комплекс, в результате чего здание загорелось. В 6 утра 47 минут подразделение украинской армии взорвало мост через реку Тетерев под Иванковом, остановив наступающую из Чернобыля колонну российских танков. Однако это не шибко помогло, и уже генштаб ВСУ позже сообщил, что украинские десантники вступили в бой с русскими под Иванковом и Дымером. В итоге оба поселка городского типа были оккупированы. Западнее русские войска взяли Бличу и начали бои за Тетеревское. Продвигаясь южнее, они берут Тальское, Мирчу, Берестянку, Сдвиживку, Лубянку и Блистовицу. Они захватили аэропорт Гостомеля и вошли в одноименный город. А восточнее, на юг от Дымера, ВСРФ занимают Казаровичи, Демидов, Синяк, Червоная и подошли к Гостомелю с севера. Утром в середине того же дня российские диверсанты, переодетые в украинских солдат, вошли в Оболонский район. Район расположен примерно за 10 километров от Верховной Рады. В течение дня во время битвы за Киев в нескольких районах города была слышна стрельба. Украинские официальные лица заявили, что стрельба возникла в результате столкновений с российскими войсками. Была создана ключевая зона высадки для российских войск всего в 10 километрах от окраин Киева. 26 февраля. Ранним утром 26 февраля российские десантники начали высадку в городе Васильков к югу от Киева, чтобы занять очередную точку. В последовавшей битве за контроль над городом начались тяжелые бои. Официальные лица Украины утверждали, что в час ночи 30 минут по местному времени украинский истребитель Су-27 сбил над Васильковым российский самолет Ил-76 с десантниками. Тем временем Чернигов был уже более чем наполовину окружен, а Бородянка была захвачена. Российская армия обстреляла Троещинский район Киева. Мост Буча-Ирпень взорван, чтобы остановить продвижение русских к Киеву на этом направлении. Зеленский заявил о готовности к переговорам с Россией, но не в Беларуси. Лукашенко признал запуски ракет по Украине из Беларуси. 27 февраля. Русские берут Варзель, Немишаева, Клавдиево-Тарасовая и, продвигаясь вдоль трассы от Бородянки, захватывают Ваблю, Андреевку, Липовку, финалом чего становится взятие Макарова по речке Сдвиж. Позже украинская армия заявила, что уничтожила колонну кадыровцев из 56 танков в Гостомеле. Сообщалось также о боях в Буче. Мэр соседнего города Ирпень Александр Маркушин позже утверждал, что украинские силы нанесли поражение российским силам, атакующим город, предварительно разрушив мост между ним и Бучей. Друзья, между строк хочу вас попросить подписаться на мой телеграм-канал Политстор. Там я ежедневно выкладываю ситуацию на разных направлениях российско-украинской войны. То есть канал чуть ли не забит картами с линии фронта. Я думаю, вам было бы это интересно. А также одну главную новость дня, таким образом соблюдая новостную гигиену для своей аудитории, чтобы у нее не была забита голова информацией, которую она забудет через 2 минуты после прочтения поста. Канал закрытый, попасть можно только по ссылке. Спасибо. Продолжаем. Позже в этот же день на спутниковых снимках была замечена крупная российская колонна, направлявшаяся в сторону Иванкова. Российские войска, обошедшие Чернигов 24 февраля, начали приближаться к Киеву с северо-востока. Мэр Киева Виталий Кличко заявил Associated Press, что Киев полностью окружен, что делает невозможной эвакуацию граждан. Однако позже он отказался от своих комментариев. В его офисе заявили, что он говорил образно. 28 февраля. Ранним утром колонна российской военной техники была уничтожена в поселке Макаров, расположенном к западу от Киева. В ночь на 28 февраля российские войска выпустили ракету 9К-720 «Искандер» по узлу военной связи на восточной окраине Броваров. Британская газета The Times 28 февраля сообщила, что в Киеве находятся свыше 400 бойцов ЧВК «Вагнер». Замедление наступления. Ожесточенные столкновения происходили в населенных пунктах Буча, Гостомель, Варзель, Ирпень в 70 километрах от жилых районов Киева.
По данным британской разведки, российское наступление на Киев увязло и за первые дни марта из-за логистических сложностей практически не продвинулось. Российские силы также обстреляли микрорайоны Русановка и Куреневка, а также пригороды Боярка и Вишневая. 2 марта главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что украинские войска отбили Макаров. 4 марта армия России занимает к югу от Варзеля Михайловку-Рубежевку, Дмитровку и Капитановку. Украинские силы контратаковали Гостомель, заявив, что отбили город. Говорилось, что бронированная российская колонна подошла к Броварам. При этом Институт изучения войны заявил, что они, вероятно, прибыли по шоссе, соединяющему Сумы и Киев через Ромны и Прилуки, а также по шоссе, соединяющему Кролевец с Киевом через Батурин и Бобрик. Он также добавил, что украинские силы могли не сопротивляться их наступлению, поскольку местность была равнинная и малонаселенная. И некоторые российские силы также могли добраться туда, минуя Чернигов. 6 марта в обход Бучи русские зашли в Ирпень. При попытке наступления на село Мощун, морская пехота РФ потеряла по меньшей мере 21 военнослужащего. 8 марта были захвачены Буча и Ирпень. К 11 марта, несмотря на серьезные потери в личном составе и технике, российские войска продолжали осаду и бомбардировку украинской столицы и не оставляли планов по ее захвату. По данным Пентагона, российские войска стояли в 15 километрах от центра Киева, наступая с северо-запада и востока. В частности, российская техника была замечена в озерах. Российские войска вновь заняли Макаров, откуда вели наступление на Калиновку, Людвиновку и Ветровку к югу от города, на Копылов и Матыжин к юго-востоку и на Заваловку и Сытняку к юго-западу. К югу от Немешаевого были захвачены Козинцы, Хмельная и Николаевка. 13 марта был захвачен Гостомель, а позднее села Бузовая, Гореничи и Белогородка. 14 марта русские заняли трассу М-06 Житомир-Киев. К востоку от Киева тянулись клешни от Великой Дымерки. 24 марта Алексей Арестович, советник Офиса Президента Украины, заявил, ВСУ взяли в полуокружение Бучу, Ирпень и Гостомель, охватившие 2,5 бригады. Министерство обороны РФ заявило, что 27 марта уничтожило украинский ракетный склад в Плесецком, к юго-западу от Киева. 28 марта мэр Ирпеня сообщил об освобождении города украинской армией, однако возвращаться в него было еще небезопасно из-за активных боевых действий и обстрелов города российской армией. 29 марта Мединский заявил о сокращении российской военной активности на Киевском и Черниговском направлениях. 1 апреля русские покинули Бородянку, Бучу и Броварской район, однако возвращаться местным жителям не рекомендовали из-за большого количества российских мин. Спасибо, что досмотрели видео до конца. И я бы хотел вас попросить не забыть подписаться на мой телеграм-канал Политстор. А также, друзья, канал сейчас не приносит мне ни копейки. Поэтому я, скрипя зубами, хочу вас попросить поддержать мой канал какими-то средствами. Вот реквизиты на экране, а также они будут в описании. Заранее всех благодарю.